Нарусов. Нарусов. Чи! Мама! О, милый, у тебя жар. Не переживай, доктор тебя вылечит. Следующий пациент – Соня. О! Проходи, надо ведь обследоваться всем. Смотри, рентген, не бойся, не страшно совсем. Это нам нужно, чтоб косточки смотреть. Все вылечим, не будешь тогда болеть. Ду-ду, отлично, ты всех храбрей. Ду-ду, здесь важно быть всех смелей. Отлично, Соня. Можешь выбрать все, что понравится. О! Корона! Ура! Следующий – Дима. О! Проходи, проходи, решим любой вопрос. Встань сюда, не бойся, проверим вес и рост. Это не страшно, нам пора начать. Измерим рост, вопрос так прост, потом пойдешь играть. Ду-ду, отлично, ты всех храбрей. Ду-ду, здесь важно быть всех смелей. Ты был храбрым, Дима. Хочешь взять себе игрушку? Желтый грузовик. Аня, твоя очередь. Аня? Проходи, проходи, не страшно тут совсем. А сердечко проверять очень надо всем. Слышишь, бьется бум-бум, но если побежишь, то будет биться все быстрее, и так у всех малыш. Ду-ду, отлично, ты всех храбрей. Ду-ду, здесь важно быть всех смелей. У тебя здоровое сердечко. Выбирай игрушку. О, пингвин! Такой милый! Итак, Егор, твоя очередь. Проходи, проходи, не страшно тут совсем. Все вылечит хороший крем, избавит от проблем. Лишь немного нанесу, все будет хорошо. Выбрать тут игрушку можешь ты еще. Ду-ду, отлично, ты всех храбрей. Ду-ду, здесь важно быть всех смелее. Вот и все. Какой же ты храбрый. Теперь возьми игрушку из сундучка. О, робот! О, теперь очередь малыша Саши. О, милый, я смогу тебя вылечить. Проходи, проходи, не страшно тут совсем. Осмотрим мы сейчас тебя, не будет проблем. Температуру смогу тебе я сбить. У меня лекарство есть, его надо пить. Ду-ду, отлично, ты всех храбрей. Ду-ду, здесь важно быть всех смелей. Саша, ты хороший пациент. Как насчет игрушки, которая будет напоминать тебе о твоей храбрости? Самолет! Самолет! Врум! Врум! Да! Пока! О, малыш Саша, тебе уже гораздо лучше. Ха-ха!